Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Джан Яман и Демет Аздемир недавно снова появились на повестке дня и привлекли внимание. О дуэте, который приобрел большое количество поклонников, особенно благодаря сериалу «Эркенджи Куш», в котором они разделили главные роли в 2021 году, давно говорили о дружбе и сотрудничестве между ними. Однако цветочное послание, которое Джан Яман отправил Демет Аздемир, недавно продвинуло отношения этих двоих на шаг вперед и стало популярной темой в социальных сетях. Джан Яман приготовил специальный сюрприз в честь дня рождения Демет Аздемир. Знаменитый актер выразил свою любовь и уважение к Аздемиру, щедро отправив ему цветы. В записке, которую он прислал с цветами, Яман сказал: «Эти цветы только для вас. Они принесут радость в вашу жизнь своими красками и живостью». Этот щедрый жест тронул Демет Аздемир и вызвал большой ажиотаж в социальных сетях. Содержание послания и выбор цветов еще раз показали близость Ямана к Аздемиру и то значение, которое он ему придает. Цветы были ярких тонов, отражающих яркую и энергичную личность Аздемира. Этот добрый жест Ямана показал, насколько крепкой была дружба между ними, и вызвал большое любопытство среди их поклонников. Цветы и послания Джана Ямана, отправленные Демет Аздемир, оказали большое влияние на социальные сети. Поклонники снова начали задавать вопросы и комментировать отношения пары. Некоторые фанаты были взволнованы, думая, что эта ситуация может перерасти в романтические отношения между ними. Другие полагают, что этот жест связан с дружескими узами, утверждая, что они просто хорошие друзья. Аздемир поделился постами в своем аккаунте в социальной сети в ответ на жест Джана Ямана. Поделившись фотографией с цветами и запиской, она сказала: «Мне так повезло, что у меня есть друг, который так много обо мне думает». «Спасибо, Джан», — написал. Хотя этот пост получил высокую оценку фанатов, он еще раз показал глубину дружбы дуэта. Дружба Джана Ямана и Демет Аздемир началась с их успешных выступлений в сериале «Эркенджи Куш». Их гармония на съемочной площадке продолжилась и в реальной жизни, и на экране. За время съемок сериала у дуэта накопилось много веселых воспоминаний. Шутки и сладкие перебранки между съемками еще больше укрепили их дружбу. Дуэт, сохранивший связь даже после финала сериала, время от времени встречается и принимает участие в светских мероприятиях. Последнее цветочное послание Джана Ямана было истолковано как отражение этой крепкой дружбы. Отправка цветов – классический метод, часто используемый для выражения чувств и мыслей. Цветы, которые Джан Яман отправил Демет Аздемир, были не только праздником, но и символизировали его любовь, поддержку и дружбу к ней. Жест Ямана по отправке цветов, занимающий такое особое место в жизни Аздемира, останется для него значимым воспоминанием. Этот жест, сделанный особенно в летние месяцы, когда на первый план выходят яркие краски и цветы, еще раз показал важность дружеских отношений. Красота и живость цветов привлекли внимание как отражение чувств Джана Ямана к Демет Аздемир. За дружбой Джана Ямана и Демет Аздемир внимательно следят их поклонники. Интересно, соберется ли дуэт снова в каком-нибудь проекте в будущем? Пока Джан Яман продолжает свою карьеру в Италии, Демет Аздемир работает над новыми проектами в Турции. Поклонники с нетерпением ждут, когда дуэт снова поработает вместе. Особенно с большим интересом его поклонники следят за международной карьерой Ямана. Ее новые проекты и разработки Демет Аздемир становятся постоянной темой обсуждения среди поклонников. С большим любопытством ожидается, какое влияние это окажет, если дуэт снова снимется вместе в сериале или фильме. Цветочное послание, отправленное Джаном Яманом Демет Аздемир, еще раз показало, что не только дружба двух известных актеров, но и их деловая дружба базируется на прочном фундаменте. Поклонники с нетерпением ждут, какого уровня достигнет эта дружба и будущие проекты дуэта. В результате жест Джана Ямана является примером не только красивой дружбы, но и того, как люди могут поддерживать друг друга.
Хотя такие ситуации могут показаться обычными событиями в жизни знаменитостей, для многих людей они занимают важное и значимое место. Похоже, что дружба Джана Ямана и Димета Аздемир со временем будет только крепнуть. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.